В Роскосмосе показали, как выглядит строительство Крымского моста с борта МКС. Фотографию, автор которой российский космонавт Олег Скрипочка, опубликовали в интернете. Хорошо видны и Керченский, и Таманский полуостров, а также очертания самого моста. Напомню, на прошлой неделе начался монтаж ключевых элементов конструкции судоходных пролетных строений. Собирать их будут около года, ну а протяженность готового моста составит порядка 19 километров.